Как жаль, что никак не может прерваться череда критических новостей, ведь после ухода метров своего жанра в 2020 мы продолжаем получать грустные вести и сегодня. Так, мы вынуждены рассказать об уходе настоящей легенды театра и народной артистки России Ларисы Солнцевой. Еще в начале ноября она отмечала свой юбилей, и там, как обычно, звучал личный девиз актрисы, которая она установила себе еще в молодости: «Я должна сыграть эту роль так, как никогда, и никто ее не играл». Именно этому слогану она была верна всю жизнь и на сцене отдавалась по полной. Ведь для нее не было проходных ролей, и даже второстепенные маленькие роли всегда удавались на славу, ведь Лариса Солнцева не могла позволить себе сделать плохо. Она ушла прямо в праздник в возрасте 85 лет. Что удивительно, до последнего момента она была готова общаться с поклонниками и журналистами и всегда охотно делилась своими творческими планами и воспоминаниями. Однако в какой-то момент все закончилось, ее состояние ухудшилось, последовала госпитализация, и вот теперь поклонники прощаются и несут цветы. Это огромная потеря, которую просто не осознать. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь. Всего вам доброго.